Выехав из Калмыковки, остановились осмотреть окружающую местность. Вокруг небольшие горы. Недалеко от села есть еще одно поселение, небольшое, под названием Красный городок. Ранее оно называлось Дом инвалидов, а еще ранее это был православный женский монастырь. Решили заехать посмотреть старинное здание. Кроме основного большого здания из красного кирпича, есть еще несколько домов в этом поселении, где проживает в основном обслуживающий персонал Дом инвалидов. Есть и двухэтажные дома, что является большой редкостью. Внутрь здания бывшего монастыря нас не пустили из-за коронавируса, но снаружи мы его осмотрели. И отправились дальше по местам пребывания тайного советника Василия Татищева.